В Армавире учредили медаль за выдающийся вклад в развитие муниципального образования город Армавир, которую выдают за высокие достижения в экономике, науке, культуре, искусстве и других сферах жизни. Первый раз награду вручили трем армавирцам, в числе которых заслуженный учитель школы Российской Федерации, отличник народного просвещения и ветеран труда Вера Викторовна Гуреева. Я так думаю, что в числе первых, почему меня наградили, это дань уважения профессии учителя. И это не только моя награда, а и всего учительского коллектива города. Я желаю всем армавирцам трудиться на благо города так, чтобы вас поощряли и грамотами главы города и Армавирской городской думы, и благодарностью, и также медалью за значительный вклад в развитие муниципального образования город Армавир. Вера Викторовна работает в системе образования с 1970 года, а с 1986 является бессменным директором гимназии номер 1. Под ее руководством образовательное учреждение внедряет инновационные программы обучения и входит в рейтинги лучших школ края и федерального округа. Кроме основной работы, Вера Викторовна активно занималась общественной деятельностью. С 1993 по 2015 год она являлась депутатом Армавирской городской думы 5 созывов. Все, вот что я добилась за многие годы, это не только моя заслуга. Меня окружали всегда замечательные люди, замечательные педагоги. Мы трудились бок о бок с депутатами, которые бескорыстно выполняли свою работу. Это очень трудная работа, общественная работа депутата Армавирской городской думы. Я многому научилась у коллег, видела, как они отдаются этой работе. Я считаю, что так только человек должен жить. Самым первым медаль за выдающийся вклад в развитие муниципального образования город Армавир получил ветеран Великой Отечественной войны Василий Карпович Пивовар. С 1964 по 1979 год он руководил Армавирским электротехническим заводом. Тогда за счет предприятия в городе построили детские сады, спортивный зал, жилые дома и одну из троллейбусных линий. Третьим награжденным стал генерал-майор полиции Сергей Иванович Огурцов. В 2002 году во время наводнения в Армавире он спас жителей хутора Красная Поляна, рискуя своей жизнью. Сергей Огурцов работает в органах внутренних дел с 1992 года и сейчас занимает должность заместителя начальника главного управления МВД России по Краснодарскому краю и начальника управления внутренних дел по городу Сочи. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.